такой вопрос виджу Джесси Викиус. Петрович, какие органы в этом году активны? А вот смотрите, это очень интересная вещь. У нас вообще-то планетарный такой цикл 60-летний. И вот за эти, это по восточному календарю, они молодцы, там все у них, знаете, продумано, взвешено и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, вот так. Все идет, что там у них, 5 стихий, то есть в каждом, не в каждом, а каждая стихия, она активна 2 года. Там примерно большая активность, потом малая активность. То есть янь и инь, ну, примерно так. То есть год окрашен стихией. И вот эта стихия, допустим, сейчас стихия, почему такой год еще, знаете, вот этот вот мокрый, сырой, прохладный? Потому что стихия сейчас, это водная. Водная стихия. И год будет дождливый, прохладный и мокрый. И как раз в эту стихию целый год будут активны почки и мочевой пузырь. Целый год. При этом, естественно, в годовом этом цикле проявляется активность вот этих, опять-таки, 5 этих первоэлементов, которые активируют, значит, там, допустим, как я говорил, 72 дня активируются почки. Потом энергия идет через середину. Это очень интересно. 18 дней у нас будут активны желудок, там поджелудочная железа. Далее она только раз на следующий пошла, первый элемент. Будет активен огонь и связанные с ним органы. Это сердце, это тонкий кишечник. Далее, значит, через 18 дней, опять через желудок, через центр тела, энергия пройдет, активирует желудок, поджелудочную железу и выходит на активацию 72 дня. Это будут у нас активны легкие и толстый кишечник. 72 дня все эта активность произошла. И опять-таки через 18 дней, через центр, то есть энергии, чтобы пройти через этот центр и, естественно, активировать там, ну, при этом происходит просто активация. Не то, что она активирует, а просто она проходит, и вот такие феномены происходят, что желудок, поджелудочная железа, значит, будет работать лучше, там, селезенка, то есть все, что в центре там. Но на самом деле это кости и костный мозг. Так, если поглубже, то я уже вам как светоч говорю. Вот, это будет активно, и она только хопа, выходит на 72 дня, и как раз будут активны почки и мочевой пузырь. И вот оказывается, вот в эти 72 дня, смотрите, что получается. Получается годовая активность, налаживается на сезонную активность, при этом она может еще дополнительно на лунную активность наложиться, когда вот этот почки и мочевой пузырь будут активны. Это лунная активность, это месячная активность. И это еще все может на дневную активность. И тогда вы можете выбрать, грубо говоря, пик такой, когда, будем говорить, вот такой, как бы сказать, колоссальная активность энергетическая будет у почек и мочевого пузыря. То есть вот так вот это все работает. Ну, кто хотя бы интересовался китайской там медициной, вот этой вот, как это, УСИН системой, там, 5 органов, 5 первоэлементов, все это там такое. Вот я вам это тоже рассказал. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оцениваете мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность. А если нет, я схалтурю, значит, дульку с маком.